как знаете, это упражнение, мы его делали там. Одно колено в центр заворачиваем к полу, прижимаем, и другое. В одну сторону, и корпус хорошо очень размялся. Супер. Мне понравилось. И еще так. Беремся за стопу, внутренний хват. Выпрямляем ногу. Стараемся выпрямить ногу в сторону. Обратите внимание, что сюда еще косточки, да? Проблемы с балансом, да, поэтому можно рукой за пол держаться, либо рядом у вас тоже опора. Отводим ногу в сторону, макушкой вытягиваемся наверх и не округляем спину, удержание. С противовеса вставляем руку, рука не просто висит, а всегда тянитесь рукой, это помогает удержать баланс. Хорошо. Зашли мы с другой ногой. Сначала мы просто раскрываем ее в стороны. Спина ровная. Выпрямляем и изгибаем колено. Помните, да, спинку не округляем. Теперь спина ровная. Плечевые.